Здравствуйте, друзья! С вами Лоун Чайниз, и сегодня мы с вами выучим цвета в китайском языке. Само слово «цвет» по-китайски будет «янсе». Пожалуйста, обращайте внимание на тоны. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к цветам. Не забывайте повторять за диктором. «Хонсе» – красный. «Хуансе» – желтый. «Хэйсе» – черный. «Байсе» – белый. «Люсе» – зеленый. «Лансе» – синий. «Зонсе» – коричневый. «Хуэйсе» – серый. «Чэнсе» – оранжевый. «Фэнхэнсе» – розовый. «Цзэсе» – фиолетовый. Ну вот и все цвета, друзья. А чтобы лучше выучить их, советую прописать все иероглифы по 2 или 3 строчки, не забывая про правильные тоны. Также некоторые прописывают пиньин. Это довольно-таки эффективное упражнение. Ну вот и все, друзья мои. Подписывайтесь на наш канал Loan Chinese. Там вас ждут видео на русском и английском языках. А также не забывайте про наши странички ВКонтакте и на Фейсбуке. По всем вопросам и предложениям вы можете обращаться к нам на почту loanchinese@yahoo.com. До новых встреч!